Совершенно вопрос, совершенно ответ. Это такую подписали открытку. Нет. В общем. Ну, в общем, нет. Это великий святой Аиндра Прабху, от которого мы в мотиве поем здесь, в массе своей, как все знаем, 6 числа, просто день его рождения, день явления, в апреле, да. Вот. И поэтому как бы мы пытаемся через духовного учителя связаться таким образом с нашими Радхарши Кришнами. У кого у всех разные Радха Кришна, у кого-то Радхарши Масундар, у кого-то Радха Вриндаван Бихари, у кого-то Радха Гопал. Сотни имен, но Радха всегда Радха. Но бывает имя Кишор Кишори, где Кришна впереди, а Радха потом. Кишор Кишори. Вот. И здесь написано: «To not be fully, не быть полностью погруженным в сынки, в обдумывание, ну или в медитацию, в думание, или так, в умное делание, как у православных. Вот. В Радха Кришна вечные игры Радхи Кришны, которые описаны в таких замечательных произведениях, как Говинда Лиламрита, Кришна Гаванарита, Кришна и Какавамунди, Лавина Мангурина Атхамарова, где описываются вечные игры Кришны в течение дня. Вот. Там не описывается Аштакалюла. Это же Шрима Бхагавата, 10-я песня. Аштакалюла описывается в произведении 6 Госвами. Вот. Таких, в первую очередь, Рупа Госвами и Джива Госвами. Немножко Санатана Госвами. Вот. Ну, нет, там много авторов, на самом деле. Но просто есть несколько книг основных. Ну, такие вот. Не обдумывать и не медитировать на эти игры день и ночь напролет означает бы полностью в иллюзии. Майн, вот, ваш нижайший слуга, Аиндра Дас. И то есть нужно понимать, что, что это означает. Означает это, если упростить, это просто считать, помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. Но, знаете, это как любовь к Богу. Сказать очень вроде просто, но на самом деле все очень интереснее намного. Оно не то, что сложнее, оно и интереснее. И интересность она заключается в чем? Что вот мы встаем на путь, это вкратце, преданного служения, узнаем, да, о том, что вот есть Кришна, мы чувствуем, что мы хотим в него верить и так далее, и так далее. Постепенно мы развиваемся в сознании Кришны, принимаем истинного духовного учителя, он дает нам имена, связанные там, какой-нибудь там Кришна Дас или Радха Даси. Вот, мы повторяемся это имена на челках, мы читаем книги, но когда мы постепенно мы узнаем о том, чтобы все-таки вернуться за одну жизнь, дорогой Бог, нужно достичь определенного уровня, и этот уровень, ну, очень не просто достичь, но его достичь возможно. Вот. И, как правило, это заключается в том, что со временем мы понимаем, что если мы хотим действительно на Галоку Вриндавана вернуться, в игры Радхи с Кришной, что мы вечная душа, которая должны ну, там участвовать, а не вот здесь вот сидеть в материальном теле. Но как этот процесс, как это делали предыдущие нам перед нами, по чьим стопам мы идем, преданные, так сказать, которые сделали это и показали нам пример. Вот Аиндра, он такой же вот один из таких преданных, который показал очень яркий процесс. Пример относительно недавно, в 2010 году, вот, он вошел в игры Господа, прямо так сказано. Потому что если говорят, ушел домой к Богу, это значит ушел по направлению к Богу. Может еще миллионы жизней будет идти. А если сказали, что вошел в вечные игры Господа, это значит все, он уже вошел туда окончательно, грубо говоря. Вот. Ну, как правило, это в следующей вселенной рождаемся еще в играх Кришны в материальном мире, а потом уже в следующий раз в играх Кришны в духовном мире. И там у нас есть программа нас. Мы там не были никогда. Вот, но у нас там есть программа. У нас есть план, кем мы там должны быть. Как бы уже мы, ну, у нас уже там планы построили. Господь уже на нас планы построил. Что мы там будем делать? Какое нам дадут служение? Это как бы человек приходит в Говинду сюда работать. На него уже планы строят. Кем ты будешь, короче. Похоже, ты пекарь неплохой. Там, допустим, или там, ну, блин, а что вам больше нравится делать? Вот. Так и вот, да. И дело заключается в чем, что пока мы, например, находимся в Иркутске, да, и как нам, ну, спрогрессировать, мы думаем.
И мы пользуемся всеми возможными способами, чтобы спрогрессировать здесь. Мы, во-первых, мы избавляемся от влияния, грубо говоря, ум материальной природы, невежества и страсти в первую очередь. Хотя бы перестаем уже говорить там, о уме для начала. Узнаем хотя бы о законе кармы, о том, что нужно заниматься благотворительностью, там, чтобы научиться отдавать, а не только брать, не только потреблять, но и как бы другим служить. Потому что в духовном мире все служат. Личность — настроение служения, противовес настроению потребления, которым все здесь заражены вообще до нельзя просто. Как это бег по потребительскому вот этому раю, то есть потребление постоянно живы. Вот бегают по улице, туда-сюда, заработать, купить, понаслаждаться. Все, больше цели никаких нет. Иногда некоторые заходят в церковь, я туда тоже захожу, иногда я вижу, вот это более-менее нормально уже люди здесь собрались. Даже в православии я вижу, как бы, ну, не даже, а даже в первую очередь в православии, что там это самая основная как бы тематика в нашей стране. Ну, таким вот. И дальше как происходит? Мы начинаем даже философски изучать. Постепенно мы понимаем, что мы уже изучили Бхагавад-гиту, мы уже прочитали весь Шримад-Бхагаватам, все книги Прабхупады прочитали. Ну или, по крайней мере, поняли в массе своей, что там в общем и целом имеется в виду, там, так или иначе, в общих чертах хотя бы. И со временем понимаю, что чтобы вот, ну, быть погруженным в сынки, в думание, грубо говоря, слово такое, Игры Радхи Кришны, нужно же о них прочитать или услышать. И Шрила Прабхупада говорит, что это единственный метод, который вообще избавляет нас от болезни потребления. Ну, потребление — это вожделение, по сути, вожделение. Это непреодолимое желание создать свои чувства. Это и есть потребление. Ну, как люди страдают. Они непреодолимое желание создать свои чувства. Они не могут его преодолеть. Некоторые пытаются, иногда получается, вот, мы пытаемся. У нас иногда получается, иногда тоже не очень хорошо получается. Вот. Ну, так или иначе, и мы начинаем глубже практиковать. Например, человек психанул тоже, в хорошем смысле слова, психанул. И начинает изучать, например, вот это. Я в свое время, кто психанул, вот начал Радха Кришне поклоняться, знаете, вот, и так далее. Потому что я видел, как другие психанули. Я тоже уже психанул. Что... Рома, привет. Ваня, привет. Вот. И на самом деле, то, что вы сюда пришли, тоже в каком смысле немножечко психануть. Потому что, как бы, это немножко ненормально для массы своих людей, что-то такое делать, но это какой-то, ну, это нужно как бы это, решимость иметь, что-то там противопоставить. Вот не как все действуют, не про инерцию, как вот. Не как в телевизоре нам говорят, учат жить. Вот, а как учат в книгах духовных. Вот таким вот человек начинает изучать в том числе игры, посвященные, ну, книги, посвященные непосредственно уже Радха Кришне. Потому что же ведь есть наставление Прабхупады вернуться на Голоку Вриндавана. А для этого надо изучить, что такое Голоку Вриндавана, а для этого надо читать книги про Радху. И они есть, их много, и они как бы. Они очень возвышенные, они очень духовные и сложно понятны зачастую, потому что происходят ассоциации, ну, которые зачастую нам напоминают материальный мир. Вот, например, Радха с Кришной, парень с девушкой, да? Вот сейчас началась весна, сейчас тоже везде, ну, вот сейчас мы будем идти на набережную, там постоянно все парочки сидят, парочки, вот. Кто-то уже с колясочками гуляет, потом смотришь, дети подросли, и потом уже эти дети подростки уже сами с кем-то встречаются. Вот, потом уже смотришь, уже пожилые, то есть все этапы жизни человека, начиная от животики, пока человек находится, и кончая, когда он уже старенький, уже все, уже на пороге, так сказать, уже там. Вот, все виды, ну, возраста мы видим. Ну, так и вот. И когда мы читаем эти книги, мы понимаем в определенный момент, что наше знание, оно философское, но оно, ему не хватает реализации. Вот это, ну, это уже очень высокий уровень, на самом деле. А что мы знаем, мы читаем очень много, знаем Радху Кришну, но это не переходит, это больше теоретическое знание. И чтобы оно стало практическим, это уже последний этап, самый мощный, но который мы должны, почему я читаю лекции, чтобы мы эту цель себе поставили. Когда цель поставлена, она планомерно достижима, мы начинаем ее шаги, мы начинаем о ней, на нее медитировать. Вот. Потому что цель человеческой жизни настоящая, она должна лежать за пределами жизни. Потому что если мы поставим себе цель в пределах этой жизни, мы достигли ее, и зачем дальше жить? Вот. Не бывает двух целей жизни. Цель жизни всегда одна. Вот. Потому что жизнь у нас вот эта вот одна, которая сейчас мы других не помним. Вот. И поэтому она и должна быть. Как говорится, уж если уж жить, то жить ради самой возвышенной цели.
как говорится, и как это, нужно прожить жизнь так, чтобы не было, как сказать, мучительно больно за бесценные взрослые годы. Вот. И самая возвышенная цель – это дойти до этого уровня, когда у нас уже здесь, в Иркутске, нам уже становится, мы как бы топчемся на месте, уже все про Кришну прочитали, уже все изучили. Все виды, а там видите, там еще такой нектар, там все эти подробности их отношений, они нашу веру усиливают. Например, вот идешь на Шумак по горам, видишь, горы – это мужское начало Кришны, водичка – это не это Радха, женское начало. Повторяешь, рады, 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 рады. И в уме идешь просто, потому что идешь, там дыхание не сбивает, там сильно выходишь, с трекинговыми палками идешь, и ты понимаешь, ну это надо одному ходить без группы, чтобы медитация не прерывалась. Везде все, вот смотрите, дождь идет, это женское начало, молния мужское, небо – это мужское начало, земля женская, горы – мужское начало, вода женская. И это реализовано, что, ну, что везде, вот это вот Радха Кришна везде, они все из Радха Кришны состоят, все. То есть мелодия – женское начало, ритм – мужское, везде все женское, мужское, женское, мужское. Изначально женское, мужское – это Радха с Кришной, а везде Радха с Кришной. То есть и человек, он, когда, ну, он начинает, ему начинает он везде чувствовать, что он начинает повторять Хари Кришна, у него весь мир вибрирует в вибрации Хари Кришна, его сердце, весь его, вся его сущность, оно пропитывается святым именем. И поэтому великие преданные повторяют большее количество кругов, не 16, а не 32, 64, повторяют, потому что они хотят постоянно быть в этом состоянии, по состоянии вот этого эзотерического, трансцендентального вот этого единства. Вот с этой вот, этой вот Радха Кришна, вот, вот в этом, вот в этих двух божествах, которые везде в этом мире, они в каждом явлении есть. Вот. И чтобы, ну не работает это здесь в полную меру. А как в полную меру, значит, что в полную меру? В полную меру, как говорят священные писания, это когда мы начинаем видеть, кто мы в играх Радха Кришны. И постепенно это видение все усиливается, усиливается, усиливается. И эта медитация, она становится концентрированнее, мощнее и так далее. А это, к сожалению, возможно только на земле Вриндавана Дхамы. Вот, дорогие мои. И поэтому преданный, он на этом этапе, он здесь все оставляет, потому что для него это второстепенно. Первостепенно для него это к объектам его любви и медитации приблизиться как можно ближе и как можно, чтобы эта связь была как можно мощнее. И поэтому такие святые, как Удайна Прабху, он 26 лет безвыездно находился во Вриндаване перед тем, как оставить тело. Хотя до этого он был 8 лет главным пуджарием в Нью-Йорке, в храме, снял книги и так далее. Вот. И, но на земле Вриндавана в 10 тысяч увеличиваются молитвы, 10 тысяч увеличиваются аскезы. То есть там реализации духовные, они мощнее и глубже. И для этих реализаций преданные туда перемещаются. Сначала начинают чаще ездить в святую храму, потом начинают там оставаться на лето. Потому что такое лето? Для обычного, для материалиста лето это ужас, что там. Вот. А для преданного это жар разлуки гопи с Кришной, когда Кришна уехал в Мадхуру, и они страдали от разлуки. Вот. И вот это вот состоит, то есть и быть солидарными с гопи, которые покинул Кришна, и терпеть эту жару, эта жара, она приносит счастье, она приносит вот эти вот горячие слезы, разлуки с Кришной и жена. Потому что Махамантра – это звательная вообще мантра. Вот Хари Кришна Махамантра – это звательная мантра. Это мантра, которая зовет, призывает. Она, вот, то есть мы зовем этой мантрой. И там она начинает отзываться. Здесь мне неплохо отзываться. Вот. А там отзываться начинает. И таким святым, вот как великим святым, кто туда переезжает и там этого достигает, мы должны идти по их стопам постепенно. То есть, и поэтому я вас хотел вот этим, ну, этой вот замечательной, так сказать, катхой вдохновить на то, чтобы мы ускорили свой духовный прогресс, чтобы мы не топтались на месте, чтобы мы больше в хорошем смысле психанули, делали вот это психанули, знаете. Вот иногда надо психануть и кадыши поддержать сухую. Ради вот этого. Опять же, ради нектара определенного, ради духовного блаженства некоторого, который очень важен. И когда мы будем обретать это, только тогда наша какая-то проповедь будет становиться эффективнее.
потому что мы будем, она будет именно вдохновлять по-настоящему, эмоционально. То есть вот тогда это и будет настоящая проповедь, тогда мы можем другим передать настоящий вкус, именно тот, к чему и надо. А преданным, на самом деле, им только вдохновение же не нужно. Потому что все страдают, у нас это вдохновение не хватает. Вот. Не хватает понимания вдохновения. И поэтому очень важно получать духовные реализации более интенсивно. И поэтому я вас всех вам желаю чаще посещать Вриндаван, чаще изучать книги, посвященные Радхе и Кришне. Смотреть на божества, как бы так сказать, начитанным взглядом, начитанным об них, вот, а не просто как красивые все, вот, как в Японии тоже наряжают, знаете, куклы очень красивые, есть такое искусство, но они, это просто красота пустая, просто нежная, вот. Так что, спасибо вам, что вы уже, в этот клуб ходите наш, и то, что, значит, вы эти ценности разделяете. Значит, я думаю, у вас все будет хорошо, и вы будете поступательным образом двигаться. И никуда не уйдете. Вот. Или уйдете в то место, где, может быть, эти же цели, но они еще лучше будут как бы вам раскрываться. Туда выходить можно. Далеко. Что-то прорвало. Кришна, Кришна.
Thank you.